Летчик-космонавт Роскосмоса и бортинженер МКС Сергей Прокопьев принял участие в заезде по первой и единственной в стране трассе, принимающей гонки Формулы-1, на автомобиле из автопарка Сочи-автодрома. По словам космонавта, ощущения во время заезда космические. Прокопьев также отметил, что гоночный трек в Олимпийском парке виден даже из космоса. Летчик впервые посетил как трассу Формулы-1, так и Сочи в целом. На курорте космонавт проходит послеполетную реабилитацию после полета на МКС. Сочи знаменит своим удивительным климатом. Это просто добавляет этому городу такой большой плюс. И плюс ко всему, конечно, то, что здесь можно испытать все возможные климатические зоны в одном месте. Это просто удивительно.